За минувшие сутки в Актюбинской области было зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больные – мужчины в возрасте 47, 39, 38 лет. Все они имели контакт с носителем инфекции. В настоящее время пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное. Проводится необходимое лечение. Выявлены лица, контактировавшие с больными. Все взяты под медицинское наблюдение. Отметим, всего на 19 мая в регионе выявлен 231 носитель коронавируса. 161 из них уже благополучно выздоровел.